На борьбу с борщевиком в этом году выделено 800 тысяч рублей. Всего планируется обработать около 60 гектаров муниципальных земель. Об этом рассказали сегодня представители администрации города. Контракт на выполнение работ заключен с двумя подрядными организациями. Обработка уже началась. Как она проходит, увидела наша съемочная группа. Здесь, на улице Ульяновской, так называемый борщевик Сосновского появляется каждый год. И все это время специалисты подрядных организаций с ним борются. Химический способ борьбы по борщевику является сейчас как бы основным, потому что химия проникает внутрь растений, гибнет как наземная часть и подземная часть. То есть корневая система, которая находится глубоко в земле, тоже погибает. На уничтожение борщевика в этом году выделено порядка 800 тысяч рублей. В течение 2 месяцев подрядчики планируют обработать около 60 гектар муниципальной земли, где растет борщевик. В приоритете места массового скопления, территория около жилых домов и вдоль дорог. Обрабатывать будут в 3 этапа до конца июля. График составлен, это порядка 34 локаций. Первый этап – это химическая гербицидная обработка. Планируем, как сказал Дмитрий Александрович, до Дня города все успеть. Цветение не началось борщевика. Еще около 100 гектар земли, на которой растет борщевик, остаются в частной собственности. И здесь уже обязанность по уничтожению растения ложится на плечи у владельцев территории. Со стороны администрации с хозяевами земель организована совместная работа. Опять же, чтобы синхронизировать наши мероприятия, а многие территории как раз они являются смежными. Часть муниципальной земли, где мы обрабатываем борщевика, соприкасается вот как раз с этими землями. Чтобы нам получить окончательный эффект, вот эта работа на сегодняшний день организована, чтобы одновременно правообладатели выполняли этот же комплекс работ на своих земельных участках. Отметим, что если собственник частных земель не будет вести работы по уничтожению борщевика, его ждет ответственность. Для физических лиц штраф от 2 до 5 тысяч. Рублей, для юридических от 50 до 200. Евгения Бакина, Ульяна Ездакова, Денис Тружков, Бюро новостей Давича.